Здравствуйте. Мы приготовили для жителей совхоза занятия для детей по фигурному катанию. Для детей от возраста 4 до 14 лет. Также специально для мальчиков у нас будут групповые занятия на катке по хоккею, где дети будут обучаться основам не только катания на катке, но и основам игры с клюшкой и шайбой. И для старших, для более взрослых мы приготовили занятия по скандинавской ходьбе. У нас будет организована группа, будут заниматься специальными лыжными палками, делать упражнения на укрепление всех мышц. Это очень актуально и полезно, особенно вот в период пандемии, заниматься именно на свежем воздухе. Фигурное катание и хоккей у нас ведут наши тренеры нашего клуба. Они все мастера спорта по своему виду деятельности, то есть мастер спорта по фигурному катанию и мастер спорта по хоккею, а также скандинавскую ходьбу у нас ведет тренер, который мастер спорта по биатлону. То есть это как раз специалист по циклическим видам спорта. Занятия мы пока поставили 3 раза в неделю для детей. Это будут организованные группы в определенное время. Расписание будет на, вы увидите на катке. И также пока у нас 1 группа по скандинавской ходьбе, она тоже будет заниматься 2 раза в неделю, это в основном утреннее время, пока светло, тоже будет расписание на территории прудов, все размещено. Эти программы все указаны в мобильном приложении нашего клуба и также в расписании групповых программ. Всю подробную информацию можно узнать в сервис-службе, на рецепции клуба. Вам все расскажут, куда подходить, что с собой взять. То есть все подробности можно узнать и в нашем клубе. По экипировке у нас мы предоставляем детям клюшки, шайбы. А вот непосредственно саму одежду – это защита, шлем. Это должны родители сами приобрести для своих детей, потому что размер у всех разный. Мы, к сожалению, не сможем угадать и предоставить. Даже по фигурному катанию тоже самое, коньки и защита на локтевые, коленосуставы и шлем необходимо приобрести непосредственно родителям.